Так что, если кто... Ну, я смотрю, что там в радиусе 100 майлов от меня много людей хороших. Поэтому, если едете в моем направлении, то знайте, что я всегда рад. Что-то такой нервный сегодня был день. И он еще и под вечер такой не очень хороший. Поэтому я думаю, ебись оно все, конем, блядь. Стал я на тупик. Завтра будет день, будем думать дальше. Так что подтягивайтесь. Дим, добрый вечер. Блин, хороший у тебя конь в руках. Породистый. Ну да, и не говори. А я застрял лобами, блин, тачки были хорошая цена. Ну все дилерские, не дилерские, вернее, там аукционы. Сегодня работали только до 12. Я жду понедельника. Ну это жестко до понедельника. Я тоже сегодня диспетчер мне нашел одну машину. Еще вчера ее взял. Как бы, блядь, и то взял для инклоуза, взял машину на опен. Ну, помойка какая-то там, Toyota Sienna, заебанная до безобразия. Я ему звоню, говорю, что мы имеем? Он говорит, блядь, ничего нету в твоем районе и в твоем направлении. Вообще, весь день ноль. Я говорю, ну ладно, я понял, хули делать, стоять тоже не будем, хуярим дальше. Тут еще трейлер наебнулся, туда-сюда, я что-то думаю, блядь. Не буду я рвать душу. Поеду я это профилактическими, блядь, занятиями заниматься, короче. Да, в Алабаме застрять до понедельника, это, конечно, нихуя хорошего. Ну, желаю тебе удачи. Как говорится, фарту и лохов побогаче. Клиентов побогаче. Ну да, спасибо, Дим. Да, и тебе того же. Дачу в море и море удачи. Можно менять местами. Дим, привет, привет, вечер добрый. Слушай, ну ты, в принципе, правильное решение принял. У меня вчера такой день был тоже. Что, бля, не сделаешь, все не складывается. Думаешь, ага, сменю-ка я тактику. Хуя кирдык опять не сложилось. И так до 23.00. Еще дождик и вся прочая поебота. Так что решение принять перекур 75 грамм вообще правильное. Поэтому будет утро, будет пища. Так что не расстраивайся. Главное, чтобы этот день закончился сегодня. Все будет нормально. Да, конечно, все будет нормально, Валер. Привет, привет. По-любому, как бы, прорвемся. Ну да, день подходит к концу, чё рвать душу, если никто никуда не торопит. В общем, настроение такое, что день подходит к концу, въебать бы кому-то по яйцу. Да он далеко, я понял, сам такой. Ребят, всем добрый вечер. У меня вот такая вот как бы мысля прошла. Вот посмотрите, кто кого обвинят потом. Кто будет виноват в этой всей пандемии? Будет виноват Путин, будет виноват Трамп. Кто будет виноват? Потом же все равно начнут искать виновных и всех собак вешать на них. Ну ладно, вот я понимаю, вот, ну, люди живут, да, там... Это пандемия, да, ее раскрутили. А, смотрю новости, да, и с экрана возмущаются корреспонденты. Посмотрите, за нашими спинами вообще никого нет. Ну, это «Доброе утро, Америка». За моей спиной вообще нет людей. Странно, конечно, да, разогнал эту болезнь всех. И у меня всегда такой вопрос. Блин, а кто же об этом первый кричал? Все новостные каналы кричали о том, что пандемия, пандемия, пандемия. Блин, такое ощущение, что собака, блин, наконец-то увидела свой хвост и испугалась о том, что она, блин, такой хвост имеет.
Нарюш, привет. Ну, у нас просто тут эта мелкая чрезвычайная ситуация. МГУ закрывает просто прямо сейчас в течение дня, и мы все на телефонах, поэтому сразу не ответишь, потому что все студенты звонят, пишут, что как всех учить. Ну, все, закрыли. Многие, наверное, что-нибудь такое уже слышали, но вот такая вот история есть. Миш, привет. Я смотрю, тут у вас какой-то вирус завелся. Какая-то подшипниково-колесная пандемия. Закрадывается какой-то вирус и прям жирает. У кого колеса, у кого прям оси целые. Блин, вы там как-то поаккуратнее. Какие-то надо тоже дезинфекцию провести. Димон, он уже начал дезинфицироваться по полной. Так что аккуратней там с подшипниками. Привет всем, ребят. Всем добрый вечер. Всем, кто не спит, всем, кто на дороге. Удачи вам. Удачи вам на дорогах. Берегите себя.